Всем привет-привет! И расскажу вам, как мы ездили на Open House в школу. Я поставлю коротенькое видео. Я спросила учительницы разрешения снять, как выглядит класс, как она его украсила вместе с детьми, какие проекты они делали к этому дню. Вообще, как выглядела вот сегодня наша школьная комната. Мне, конечно, это очень нравится, очень... Для меня это уже уютно. Когда я увидела первый раз эту классную комнату, я подумала, боже мой, потому что это, ну, совсем не как в наших российских школах, абсолютно по-другому. И я уже снимала немножко, да, показывала где-то видео, но сегодня я сняла уже, знаете, в открытую, с разрешения. Она мне заверила, она сказала, я спросила даже, могу ли я выложить это в YouTube. Она сказала, вообще без проблем, конечно, можешь. Она говорит, мне Иван говорил, что у вас есть YouTube channel, канал свой в YouTube. Она говорит, ради бога, это было бы здорово, если кто-то увидит, как мы старались. Чем больше людей увидит, как дети старались, делали эти работы, эти проекты, тем лучше, тем ей приятней самой. Давайте я сразу вам здесь вот сейчас его поставлю. Ехали, вот в школу на Open House. Смотрите, как интересно, здесь был ребус для родителей. Без имен надо было угадать, где чья работа, кто подготовил какую. Я свою Ваню сразу угадала. Это вот это его. Смотрите, открывается. Оп, с первого раза. Мы ехали, я смеялась, говорю, Ваня, если я тебя не отгадаю с первого раза, и даже с третьего, или вообще не угадаю, меня лишат родительских прав. С первого раза я первая из родителей, кто... Нашел работу своего ребенка. Сейчас покажу со следующей стороны. Вот здесь тоже. Вот это детки все готовили, подготавливали. Open House. Сейчас покажу вам с другой стороны. Буду болтать бесконечно, потому что играет музыка. Вот здесь affirmations. Это вот пожелания деток, те, которые были в течение учебного года. Дети друг другу давали. Видите конвертики с фотографиями детишек. Здесь вот это мисс Теста подготовила вот такой стенд. Дальше следующая история. Тоже детки готовили, писали свои пожелания. Сейчас я покажу пожелания моего Вани. Видите, детки записывали вот мечты, куда хотят пойти, что, чему хотят научиться, с кем хотят встретиться, с кем хотели бы. Представляете? Интересно так, потом какие места хотели бы посетить. У меня ребенок, видите, написал Диснейленд, Игромир, Нью-Йорк и так дальше. Париж, Италия. В общем, интересно. Вот он, Иван. Вот так. Смотрите, как красиво это все оформлено. Тоже это все просто. Видите, учительница? Я думаю, что она им давала заготовки. И детки все это сделали, оформили. С другой стороны... Каждый ребенок разукрасил карту в Калифорнии и придумал города, подписывал, как он представляет себе карту Калифорнии. Смотрите, как здорово. Интересно в классе. Вот в классе еще. Вот так устроено в классе. Видите, вот такие. У каждого свой ящик с книжками. То, что я рассказывала, что детки читают, очень много читают. С этой стороны на стене тоже стенд. Вот с такими с пожеланиями дети... Большинство работ, видите, сделаны на компьютере. Дети распечатывают, делают все это, пишут, подписывают некоторые, но очень много тоже печатают, распечатывают, рисуют, все делают на компьютере. Вот здесь дети писали стихи о разных частях тела. Здесь сделала снимки учительница. Вначале она сделала снимки, кому что досталось. Каждый написал стихотворение об этой части тела. И эта часть тела изображена на фотографии. Вот так интересно здесь сделано. Здесь стена оформлена всегда вот так красиво. Видите, как с цветами, солнышком. Очень нарядно, прекрасно. Вот так, если взять весь класс вот так, общая картинка выглядит. Это вот так вот ковер там, видите. Диван куда-то утащили сегодня. В честь этого Open House убрали. Здесь вот стоит маленький диванчик, кресло. Вот такое интересное кресло. Смотрите, одно и второе вот такое, как сетка. Ваня сейчас продемонстрирует. Оп! Вот так это все работает. Вот так выглядит прекрасно. Классная комната. Конечно, деткам тут и уютно, и комфортно, и приятно работать. Видите, островками столы сдвинуты. Замечательно.
Вот так на входе украшено наш класс. Смотрите, каждый ребенок, все дети написали, что это такое, что они думают об этом помещении, об этой комнате. Смотрите, какие цветы учительница сделала, я так понимаю. Наша дверь входная украшена вот так. Видите, как все просто, бюджетно, можно красиво украсить. И другие двери тоже, видите, приклеены из обычных стикеров. Но вот так нарядненько, по-детски. Все для деточек. Видите, здесь дальше от соседнего класса тоже сделал такой плакат, детки. Делали, подписывали. И тоже дверь. Видите, надпись сделана. Вот так. Вот такой у нас open house. Еще при входе нам дали вот такой путеводитель по классу. Видите, с указанием всех проектов, чтобы ничего не пропустили родители, чтобы все посмотрели. Конечно, вот, да, такая позаботились даже о такой программке. Учительница распечатала. Все просто, никаких больших затрат, все из простых материалов, бумага, клей, карандаши, фломастеры. Но вы видели, да, как это получилось красочно, интересно, и дети проявляли вот свои творческие какие-то способности, при этом они показывали навыки, при этом учитывается их пожелания, при этом они еще и мечтали, дети, да, там все это вместе. Про стихи, про части тела у нас произошла вообще отдельная история. Он мне рассказывал, в один из дней из школы я его забираю, он говорит: мам, сегодня мы писали стихи, надо было написать стихотворение. Ну, я так подумала, ну, детей здесь учат этому. Я понимаю, что у меня ребенок, как бы, написать стихотворение, еще на английском языке же надо было его написать, да? Ну, я так внутри думаю, ну, тут мы, конечно, не будет Ваня чемпионом, думаю, ну и что, нормально, это ведь так сложно, да? Ну, так, внутри себя так, да, думаю, ну, ладно. Я говорю: ну, ты написал что-нибудь? Он говорит: ну, да, говорит, мистер там мне объяснила, как бы, ну, логаритм, да, вкратце. Он говорит: я все понял и написал. Я говорю: ну, хорошо. Он говорит, а я говорю: о чем стихи? Я у него спрашиваю: о чем стихи? И он мне сказал, что а стихи были на заданную тему. То есть вначале она как-то раздала им карточки с частями тела. И вот перетасовала их как карты, и кому что досталось, да, вслепую. И потом надо было написать стихотворение. Вот понимаете, надо написать стихотворение на английском языке, и не просто, а еще на заданную тему. Еще и части тела. Я думаю: боже ты мой, думаю, бедный ребенок. И я у него спрашиваю, говорю: Вань, а тебе какая часть тела досталась? И он мне говорит, ну, да, это была уже последняя капля, которая меня убила. Он говорит: ухо. Ну, я представила, да, вот всю вот эту эпопею, плюс это еще и про ухо. Думаю: боже ты мой. Ну и ладно, я говорю: написал, написал. Думаю, ну, в любом случае, да, старался же ребенок. И это было, наверное, как-то во вторник. А потом, на той же неделе, в пятницу, опять я его забираю со школы, он говорит: мам, представляешь, помнишь, мы стихи писали? Я говорю: помню. Он говорит: представляешь, двум ребятам из класса пришлось их переписывать. Я говорю: да ты что, почему? Он говорит: ну, одному ребенку пришлось переписать, потому что он, ну, хотел схитрить, и он написал стихотворение, придумал, не о той части тела, которая ему досталась. И учительница как бы сопоставила, не бьется, не сходится, как бы, и вот она его попросила переписать стихотворение. Я говорю: а второй кто переписывал? Он говорит: а второй, мама, я. Я говорю: сыночек, а что там, ну, понимаешь, да, что сложно? Я говорю: что-то нужно было изменить или что? Он говорит: ты знаешь, попросила, сказала, стихотворение слишком длинное. Надо, чтобы помещалось на листке формата А4, ей надо будет как-то уместить. В общем, ребенку пришлось стихотворение резать, сокращать, и она так, ну, так плотненько она так сделала, видимо, больше он урезать не мог, иначе стихотворение теряло смысл, поэтому она вот как-то так сжала, но у Вани получилось вот самое длинное стихотворение, да, ну, изначально вообще на 2 листа, ну, пришлось сократить до 1, и мелкий шрифт там еще не на полный лист, в общем, пришлось переделывать нашему поэту, но так бывает. И сегодня учительница, ну, я говорю: сыночек, ну ты опять вообще учительницу поставил в такое неловкое положение, ты ее шокируешь. Он говорит: ну да, есть такое. И вот она мне сегодня говорит, она говорит: понимаете, это так удивительно, он, когда он приехал полгода назад, пришел в школу, у него уровень чтения
был второклассника. То есть он читал как второклассник, здесь американский. И она говорит, так удивительно, за полгода он догнал своих сверстников, еще и обогнал. И она так восхищается ним и вообще в учебе, что было понятно, что ребенок пришел совсем с другими знаниями, далеко от этой школы, да, от того, что, какие знания дают детям здесь, но при этом он так ассимилировался с ними и очень быстро. И она, и директор мне говорила до этого, что удивительный ребенок, спасибо там, ну, мне приятно, конечно, когда директор школы говорит спасибо вам за ребенка, спасибо вам за то, что вот вы его растите таким. Представляете, вот у меня сейчас прям бальзам, хвастаюсь вам, кошмар, кого-то раздражаю, да, кто-то скажет, это у тебя розовые очки. Господи, как я счастлива быть в этих очках, спасибо Богу, спасибо Вселенной и особенно моему мужу, что он мне дает возможность жить в этих розовых очках. И спасибо школе, потому что от школы я получаю только вот похвалы, благодарности, а всем образовательным процессом, учебой занимается только школа. То есть я с ребенком не занимаюсь, дома мы не занимаемся вообще, не то чтобы чуть-чуть, вообще нет. То есть это все обучение на плечах школы, это забота школы. И то, что они его в английском языке дотянули до четвероклассника, да, до ровесников за полгода. Ну и он, конечно, молодец, но и школа, потому что он молодец, да, в какой-то другой школе что-то вот не могло и не получиться, я думаю. Поэтому школа, конечно, имеет очень большое значение. И, ну, в общем, мы сходили на open house, опять нас там удивительно, учительница встречала каждого родителя, вот здесь смотрите, видите, написано «Войти», да, «Сказать привет мисс Тесте», ну, учительница, да, вторая строчка, такой путеводитель. И вот учительница, каждый, все родители подходили к учительнице, и, внимание, она всех обнимала родителей. Она обнимала прямо и говорила, ой, так приятно, что ты пришел. Вот такая школа. И там кто-то из девчонок писал, что, ой, вы ничего не поняли еще, в этих школах нет, они не вкладывают душу в детей. Вот вы знаете, я хочу сказать, что за полгода, вот с первого дня и по сегодняшний, я вижу обратную историю. И я знаю уже, что школы абсолютно разные, но в нашей школе вот так. И я думаю, что мой ребенок никогда не чувствовал больше любви в его жизни, чем сейчас он это чувствует. И как бы это страшно ни звучало, но в школе, понимаете, не где-то еще. То есть в школе он чувствует себя не только комфортно, но он чувствует себя любимым, что его там любят, о нем заботятся, именно о нем. И у них сегодня тоже был такой школьный день, ну, сейчас уже, да, 2 недели до каникул осталось, и у них учебы особенно такой нет. Вот сегодня они ходили в парк, там было мероприятие по поводу здоровья, здоровой еды, спорта, вот все на эту тему. Им выдали такие пакеты, ну, я вам не могу показать, потому что съедена эта еда, выдали пакеты со здоровой едой, там с молоком, с этим органик, с натуральным молоком. И все это, да, да, абсолютно бесплатно, мы ничего не оплачивали. Вот им устроили такой фестиваль для детей-школьников в парке. Такое полуспортивное мероприятие. Вот такая школа. Ну, опять повторюсь, все школы разные. А я вам всем желаю удачи. У кого есть детки, не бойтесь. Что-то мне подсказывает, что даже не самая лучшая школа здесь лучше, чем не самая лучшая школа там у нас. Вот что-то он мне так подсказывает. И я вам всем желаю счастья. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.